Александр Николаевич, добрый день. Вот в Ростове я вас спрашивал по поводу судьбы матча на первенство мира по блицу, по рапиду среди женщин. Вот какова сейчас ситуация? Пока еще матч МГУ РГСУ не начался. Ну, предварительно мы уже решение приняли, и в Кракове на Генеральной Ассамблее ФИДЕ 20 октября этот вопрос будет рассмотрен делегатами Генеральной Ассамблеи ФИДЕ. То есть мы собираемся на регулярной основе проводить чемпионаты мира по блицу среди мужчин, среди женщин и чемпионат по рапиду, по быстрым шахматам, и также обсчитывать их, то есть они будут в рейтинг-листе, то есть обсчитывать будут турниры, которые будут проходить и по рапиду, и по блицу. Предполагается, что это будут ежегодные соревнования или с каким-то циклом? Ежегодные, наверное, с декабря мы снова начнем. Наверное, с декабря или с января. Вот. Ну, в октябре будет решение принято. Вот. Есть уже заявки, есть спонсоры. Спасибо большое. Спасибо.